Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас от Уральского государственного педагогического университета. Наш университет в этом году отмечает 90 лет со дня своего основания. Это один из старейших университетов Уральского региона и самый старый, опытный, мудрый педагогический университет нашей области. В нашем университете сегодня обучаются, трудятся порядка 10 тысяч преподавателей, сотрудников, студентов. В университете 9 учебных подразделений. В университете много направлений, проектов деятельности. Сегодня мы хотим познакомить вас с актуальными задачами, которые вместе с вами решаем, и пригласить к взаимодействию. Уральский государственный педагогический университет сегодня – это не только получение первого высшего образования на уровне бакалавриата, но и возможность постоянно продолжающегося профессионального развития для каждого работника сферы образования. Ежегодно университет объявляет прием на обучение по более чем 40 образовательным программам магистратуры и аспирантуры, в том числе с бюджетным финансированием. Обучаясь по программам магистратуры или аспирантуры, можно не только упрочить уже имеющиеся фундаментальные знания, но и систематизировать накопленный профессиональный опыт, подкрепить его научным исследованием, в совместной деятельности с преподавателями университета найти практическое решение значимой проблемы на острие педагогической науки, получить новые и важные для еще более качественного ведения профессиональной деятельности знания. Дополнительное профессиональное образование является одним из приоритетных направлений деятельности ОРГПУ. В ОРГПУ реализуется более 150 программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки по всем направлениям психолого-педагогического образования, педагогического образования и не только по этим направлениям. Ежегодно порядка 5000 слушателей Свердловской области, Уральского федерального округа проходят курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Подготовки в нашем вузе. Для повышения квалификации и профессиональной переподготовки предлагаются различные формы обучения. Это индивидуальный образовательный маршрут, это групповые занятия и, безусловно, все программы могут быть реализованы с использованием дистанционных образовательных технологий. За 5 лет более 25 тысяч слушателей оставили положительные отзывы о программах повышения квалификации профессиональных переподготовки, реализуемых в нашем вузе. В структуре ОРГПУ в соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего» в 2020 году создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства. Центр располагает комфортными пространствами и высокотехнологичным оборудованием. Здесь каждый педагог и школьная команда могут повысить свое мастерство по персональному маршруту в формате стажировки горизонтального обучения. Центр станет площадкой для деятельности профессиональных сообществ, учителей иностранных языков, классных руководителей, молодых педагогов, педагогов дошкольного образования. Сегодня Центр «Учитель будущего» реализует 2 крупных проекта «Учимся вместе» и образование в цифровой среде. Включайтесь в деятельность центра, отточите алмаз вашего профессионального мастерства. ОРГПУ имеет более 20 научных изданий, среди которых такие признанные академическим сообществом научные журналы, как «Педагогическое образование в России», «Филологический класс», «Специальное образование» и «Политическая лингвистика». Также в ОРГПУ реализуется большое количество международных и научных проектов, научных конференций и педагогических форумов. Приглашаем вас к активному научному взаимодействию. Уральский государственный педагогический университет реализует проект «Ассоциация классных руководителей». Какова цель создания данного проекта, данной ассоциации? Это прежде всего повышение профессиональной компетентности, престижа деятельности классных руководителей. Кроме того, это и изучение, обобщение, распространение, тиражирование лучшего педагогического опыта. Деятельность классных руководителей требует постоянного обновления знаний, расширения компетенций,
овладение новыми инновационными технологиями воспитания школьников. Поэтому наш университет с радостью проведет форсайт-сессии, семинары, круглые столы и курсы повышения квалификации по основам классного руководства для ваших образовательных организаций. Ждем вас в нашем университете.